Райан, хватит сидеть за компьютером. Давай скорее собирайся и едь к Барби. Зачем, сестричка? Барби сейчас вся в слезах. Она думает, что Кен ей изменяет. А ты придешь и утешишь ее, и поможешь ей быстрее забыть Кена. Ракель, я не умею утешать девушек. Значит, сегодня научишься. Давай, давай, вперед, Райан. Барби, успокойся, дорогая. Кен не стоит твоих слез. Барби, пожалуйста, не плачь. Барби, там Кен пришел. Он хочет поговорить с тобой. Передай ему, Скипер, что я не хочу его видеть. Никогда. А давайте я ему объясню. Быстрее поймет. Да, Райан, объясни ты. Тебе просили передать, чтобы ты здесь больше не появлялся. Я не уйду, Райан, пока не поговорю с Барби. Я помогу тебе уйти. Да отстань! Кен, Райан, прекратите! Кен, тебе лучше сегодня уйти. Барби не способна сегодня ни на какие разговоры. Не сегодня, понимаешь? Я не могу смотреть, как Барби страдает из-за этого Кена. Как нам ее развеселить, Скипер? Может, купим ее любимых пирожных? Давай попробуем. Таффи, Лиса, мы со Скипер идем в кондитерскую за любимыми пирожными Барби. А вы отвлекайте ее от грустных мыслей, хорошо? Мяу! Лиса, выключи, пожалуйста, телефон. Я ни с кем не хочу разговаривать. Лиса, ну я же сказала, ни с кем не хочу разговаривать. Да бери же ты уже телефон. Ну ладно, только ради тебя. Алло? Да, привет, Ники. Барби, ты не забыла, что завтра показ летней коллекции? И ты главная модель. Я, наверное, не смогу, Ники. Что? Ты с ума сошла? Если ты не явишься на показ, твоей модельной карьере конец. Карьера не самое главное в жизни, правда, Ники? Я не хочу слушать этот бред. Завтра утром в 8 я за тобой заеду. Таффи, зачем ты принесла мои туфли? Ты хочешь, чтобы я их обула? Ладно, Таффи, хотя мне совсем не хочется это делать. Куда ты меня толкаешь, Таффи? Да, Таффи, это мое любимое платье, но сегодня у меня нет настроения его одевать. Ну ладно, если ты так просишь. А знаешь, Таффи, ты права, жизнь продолжается, хватит грустить. А где Скипер, Стейси и Челси? Мы здесь, сестренка, мы принесли твои любимые пирожные. Здорово! Мне как раз захотелось сладенького. Таффи, Лиса, как вам удалось развеселить Барби? Это было несложно. Девушке достаточно обуть красивые туфли и нарядное платье. И вся грусть уходит, как и не бывало. Молодчина, Таффи!